Морган, это тифон неизвестного вида. Судя по всему, проблемы с лифтом возникли из-за него. Фантом, которого вы освободили в лаборатории психотроники, обладал схожими свойствами, но этот мощнее. Просканируйте его. Разрушенная схема нашла новые инструкции. Тифон захватил контроль над устройством и программным обеспечением, вплоть до низкоуровневого, перепрограммировал его на лету. Это впечатляет и пугает. Я могу исправить программу. Все будет в порядке. Лифт позволит быстро перемещаться между тремя основными палубами Талоса-1. Он останавливается в холле и в отсеке жизнеобеспечения. Алекс! Черт, сейчас. Я зашифрую остальное.
Сканирование завершено. Нужно больше образцов. Сканирование завершено. Доступен новый псионный навык. Запрос нового оператора. Медоператор Тамстар, класса пирамида 4. Диагностирую. Похоже, у вас вылился тяжелый день. Расслабься. Здоровы. Заполнить анкету можно на стойке администратора. Визуальный контакт с врагом, но враг... Вы должны были удерживать позицию в грузовом отсеке. Я не могла, шеф. Не могла допустить, чтобы эти люди... Вы сможете добраться до капсул? Никак нет. Капсулы неисправны. Кажется, их заблокировали. Только четверо из нас прорвались в отсек жизнеобеспечения. Пятеро. Я вижу, что Ремер идет за вами. Никак нет. Ремер, это не Ремер, шеф. Эти твари. Шеф, главный лифт. Он не работает. Мы в ловушке. О, боже! Ремер! Здесь Ремер! Назад! Тик. Назад! Тик! Эрика! Отвечай!
хотели поговорить? Да, я хочу проконтролировать установку инжектора частиц в водоочиститель. Постойте, что вы собрались делать? Я убедился, что впуск и выпуск работают согласно стандартам. И что именно эта установка будет впрыскивать в нашу воду? А не имею права сказать. Угу. Тогда у нас проблема, Тобиас. Доктор Келструп уже одобрил. Я на это соглашусь, только если Алекс или Морган подпишут. Но... Так что пока я не увижу подпись, показывайте свой специальный инжектор доктору Келструпу. Оператор. Изучаю. Ваш костюм поврежден. Позвольте. Ремонт завершен. Передвигаюсь.
Перекройте дорогу. Сканирование завершено. Нужно больше образцов. Похоже, у вас вылился тяжелый день. Спокойно. Это займет пару секунд. Готово. Пожалуйста, заполните анкету для пациентов, чтобы я мог лучше помочь вам в будущем. Дорогу. Изучаю. Ваш костюм поврежден. Позвольте его починить. Ремонт завершен.
Определение ремонта переназначены. Сканирование завершено. Доступен новый псионный навык. Знаешь, это как в полудреме. Они хотят жить внутри нас, как зараза. Где же? Ah!
Жанна, это Марианна. Я не могу войти. Попробовала шлюз на электростанции, но там почему-то все заблокировано. И еще кое-что. Проверяя последний раз датчик кислорода, я что-то заметила. Овальная масса. Размером где-то с грузовик. Не знаю, что это. Видела только силуэт. Это, конечно, мог быть просто мусор. Старые трубы. Не знаю, но я до смерти перепугалась. Боже, что за бред я несу? Надо глубже дышать. Тогда попробую другой шлюз. Перезвоню. Дайте дорогу. Изучаю. Ваш костюм много изношен. Я это исправлю. Ремонт. Изучаю. В вашем костюме течь. Я ухожу на плату. Работа выполнена. Сеанс.
вами. Thank you.
могу воспроизвести проблему. Высокоскоростная плазма и деталей не осталось. Мне нужно отрегулировать проблему Найдена. Сканирование завершено. Нужно больше образцов. Сканирование завершено. Доступен новый псионный навык.